Всем привет, ребят! Я хочу поведать вам печальную историю одной моей знакомой по имени Маша, которая работала в одной из школ Красноярска учителем вокала для детей. Недавно она была уволена, вот как гласит одна из множества статей в интернете, учительницу музыки из Красноярска уволили за пирсинг и ЛГБТ-пропаганду в сети. Все это произошло после того, как некий Тимур Булатов нашел ее фотки в Кантаче, разослал их вместе с тоннами говна в администрацию школы, там в мэрию, еще куда-то, не знаю куда. И в итоге Машу вынудили уволиться. Вот. Там много всего, вы в принципе сами можете посмотреть на фотки. Лично я считаю, что там нет ничего предосудительного. Ну как бы называть человека сатанистом, потому что у него фотка на Хэллоуин с рогами. Как бы, да, это очень умно и нравственно, да. Поэтому вы можете сами оценить, считаете ли вы эти фотки пропагандой ЛГБТ или что-то еще. Увольнять учителя за пирсинг, это, мне кажется, вообще дебилизм. Но дело не в этом. Я хотел вам показать фотку вот этого человека, которого зовут Тимур Булатов. И просто зацените. Альхамдуилала, я муджахед первого нравственного российского фронта, и моя деятельность – это мой нравственный джихад. Джихад, что несет свет и безопасность для детей, мир и гармонию в семье и детство. Как же печально, когда в стране человека могут уволить за пирсинг, а ебаный джихадист, который пропагандирует ИГИЛ, спокойно гуляет на свободе. Сейчас его нравственный джихад несет свет и безопасность для детей, мир и гармонию в семье и детство, а завтра его нравственный джихад будет нести бомбы в метро и поезда. Я просто не понимаю, это ужас. Там вылили, короче, тоже на него кучу говна, то, что он какой-то бывший мошенник, сидел в тюрьме и так далее. Но, тем не менее, сейчас он разгуливает на свободе, и уже больше 60 человек, насколько я помню, потеряли свои работы. Вот, вот именно благодаря этому алкашу. Вот так вот. Я размещу ссылки на его группу и его страничку, ну и страничку Маши, можете заценить сами и как бы решить для себя, кто прав, он или она. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. До встречи.